Приветствую всех. В общем, сегодня поехал посмотреть гаражи в наших кооперативах. Ну вот, к примеру, вот этот вот гараж продается площадью 24 квадрата стандартный. Яма есть, и на полу пол забетонирован, крыша перекрыта, и за него хотят 230 тысяч. Как видите, железные ворота, охрана. Ворота закрываются на ночь. Ну как охрана, сторож здесь. И вот думаю, надо, наверное, еще посмотреть. А как у вас с ценами? Какие цены на гаражи стандартные?